Сейчас тема безопасного и защищенного хранения биткоинов очень актуальна. Существует несколько вариантов. Оптимальным вариантом будет одновременное использование горячего и холодного кошелька, как это принято на многих биржах и других сервисах. Горячим называют криптовалютный кошелек, средства с которого можно потратить в любое время. Такой кошелек постоянно подключен к интернету и поддерживает активное соединение с биткоин-сетью. Холодный кошелек не имеет прямого соединения с интернетом. Он используется для хранения биткоинов в режиме офлайн и не предназначен для регулярного отправления криптовалюты. Система предполагает, что пользователи будут хранить на горячем кошельке небольшую сумму для повседневных расходов, а основную массу оставлять на холодном кошельке, доступ на который осуществляется только при необходимости. Горячий кошелек можно сравнить с текущим счетом, а холодный – со сберегательным.